планы? Когда будет новое шоу? Как вы боретесь с увяданием кожи? А я и не борюсь. Узнав об этом, Гурченко пришла в ярость. Раз квартира куплена на ее деньги, то это ее квадратные метры. Наследовать должна она. Кинозвезда подает в суд на родную дочь. И побеждает. Припарковываясь, не задела ни одной соседней машины. Для Людмилы Марковны это было настоящее личное достижение. Водитель, всю жизнь она была плохой. В квартиру Гурченко зашла в приподнятом настроении. Решила выгулять любимых собак – Пепу и Гаврика. Но не успела отойти 2 шагов от подъезда, как поскользнулась и упала.